7 апреля 2015 года сотрудниками Криворожского городского управления был проведен санкционированный судом обыск в одной из квартир 47-летнего жителя по улице Ватутина. В ходе проведенного обыска у данного мужчины было изъято два карабина марки «Маузер», два канала ствола к данным карабинам и части затвора, также карабину «Маузер». Кроме этого, было выявлено изъято 68 патронов калибра 7,92 и приблизительно 5 килограмм пороха. Как пояснил данный гражданин, вышеуказанные вещи он нашел в ходе проведения раскопок возле одного из села пригорода и хранил с целью сувениров. На данный момент ведомости внесены в ЕРДР следственным отделом Криворожского городского управления с предварительной правовой квалификацией, часть 1 статьи 263. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.